Молдавский режиссер Вячеслав Сырбу собрал своих друзей и коллег, чтобы представить свою первую короткометражную ленту. Снимала фильм компания «Сырбу Продакшн» в Румынии. В кадре актеры из Молдовы. О чем лента? Об этом и не только в нашем репортаже. Фильм снимался 3 дня. В первый день мы снимали 24 часа, второй день 18 и 17 часов. Снимали фильм в Бухаресте. После этого мы работали еще над ним месяц. Звук писали, все от и до, с нуля. Актеров для исполнения главных ролей нашли в Молдове. Они были не профессионалами, а просто креативными людьми, пришедшими в кино из других сфер своей деятельности. Я смотрел очень много фильмов и, соответственно, как бы искал такого героя, который бы запомнился своей внешностью и был приятен, симпатичен. Через первый час съемок я думал, что я Славу убью. Я уже искал билет до Кишинева, потому что когда он надел на меня костюм 12-килограммовый из поролона, я думал, я умру, если честно. Это было очень жарко. Я похудел за 3 дня на 4 килограмма, реально. То есть это была жесть просто. Но потом я втянулся, это было мега круто, Бухарест, новые люди. Я люблю его авантюры, и это была, наверное, самая крутая авантюра за все мои 27 лет. У Славы получилось собрать невероятную команду, с которой мне было очень приятно работать. Первое, из-за чего я переживала, это, конечно же, другой город, другие люди и отношение их к приезжим. Но на самом деле очень замечательные все ребята. Это самый лучший опыт, который у меня был за все время моей работы. На презентации собрались друзья и знакомые Славы, которые отметили колоссальную работу актеров и интересный пиар-ход компании «Сырбу Продакшн», который он реализовал с помощью этого фильма. В скором будущем короткометражка будет показана и в России. Мне очень приятно было видеть своих коллег и таких личностей, как Катя Виговская, как Дима Петренко в самом фильме, в этой короткометражке. Мне очень понравилась игра актеров, мне очень понравилась сама картинка, мне понравилась идея. Я считаю, что это хороший рекламный ход, и как пиар, мне кажется, отлично. То есть Слава постарался на славу. Ребята сыграли на 95%. То есть не хватило, может быть, некого вот внутреннего комфорта, что я там актер. Довольно-таки неожиданно была концовка, скажем так, да, потому что ты ждешь, думаешь, а что дальше, а тут бац, и такая хорошая реклама «Сырбу Продакшн», здорово. Видно, что это качественная профессиональная работа.